Губернатору края показали, как налажен процесс производства и в каких условиях содержат животных. На молочных фермах установлено современное доильное оборудование, а отапливаются павильоны от специальной печи, которую обустроили на территории колхоза. Подобные кооперативы, по мнению главы региона, должны стать образцом для сельхозпроизводителей. Сейчас павильон, это 36 метров, сейчас сделаем 56, чтобы еще комфортнее было. У хозяина всегда будет и коровы, и надои будет, и все будет всегда у хозяина. Я думаю, что, дай бог, знаете, сегодня можно во всем искать причины. В экономике, в дефиците средств, финансов, чего угодно. А самый большой дефицит – это дефицит хозяина, хозяина на этой земле. Осмотрел Вениамин Кондратьев и плодовые склады колхоза. Там круглогодично можно хранить до 2500 тонн фруктов.